Всем привет, это мое первое видео. Собственно, хочу показать состояние двигателя. Клапан, конечно, не показал. Все у нас замечательно. Вот, собственно, стоят релюхи на люстру. Два мотора на задние омыватели, собственно, и передние. То есть все сделано четко, все сделано аккуратно. Все это выведено. Вот она, наша люстра. Вот, собственно, то, что грядет замена двигателя, это, наверное, к лучшему, потому что уже и патрубки у нас потрескавшиеся. У меня стоят два фильтра, один на выходе, другой на входе под капотом. Это я подготовил под улитку, снял, скажем так, защитный экран, или как ее можно сказать, дверцу, блин. Вот, были поменены трапеции, то есть как бы все оно красиво, все оно аккуратно. По салону, на самом деле, в тех записях многое не написать, не рассказать. Собственно, вот что у нас получилось. Это у нас панель комфорт, это у нас идет клавиша габаритов, то есть все работает. Это у нас идет люстра. Ну вот, собственно, заводские кнопки, да, которые многие говорят, что все сидит, все хорошо. Ничего не хорошо, ничего не сидит. Вот она болтается, как, извините меня за выражение, кое-что в проруби. Вот. Кстати, это тоже все удобно, надо только будет пропылесосить. Ну, все это еще доделки. Это у нас идет на прикуриватель, а это у нас будет идти на поворотную ручку печки улитки. Собственно, все хорошо, все замечательно. Крепеж на бардачок идет, потому что у меня панель была старая, 95-го года. Соответственно, крепеж, который шел позже, как бы он подходит именно на эту панель. То есть у меня все это под заказ, все это где-то едет. Крышка бардачка лежит у меня дома, чтобы ее не украли отсюда. Вот он наш черный потолок. Вот она наша, наш плафон. Все четко, все работает. Зеркала у нас с электроприводом. Поэтому там наверное работают при включенном зажигании, скорее всего, сделали так. Вот, собственно, стеклоподъемники. Поэтому делаем, потихоньку делаем. Да, есть косяки где-то по салону, как бы все это не критично. Вот они, урбановские панели. Вот. Сюда планирую музыку с выдвижным экраном, чтобы был навигатор, как бы регистратор и все это прочее. Вот он наш зеленый жилет, который нам, так сказать, сказали иметь в машине. Вот он, спортивный руль. Приборка просится на покой. Машинка 95-го года пробежала, ну, много пробежала. Вот. Поэтому машина не заводится. Собственно, имеет она вот такой у нас звук. Thank you.
Ну, двигатель у нас поймал клин, поэтому как-то так. Собственно, в багажнике мы имеем примерно вот он крепеж. Под удочки все это, естественно, уберется. Вот они, наши белые фонари. Все это смотрится красиво. Вот. Это мы все уберем, поставим нормальную музыкальную полку. Вот. Внутри я красить не стал. Просто заеду к ребятам. Они обтянут все это винилом под цвет машины. Ну, собственно, как-то так. Видео у нас пробное, пилотное. Первое видео. Собственно, если интересно, смотрите дальше. Если нет, как бы, ну, в любом случае писать буду, потому что, как бы, будет что вспомнить. Собственно, в одном 6-минутном ролике я рассказал буквально весь борт-журнал, который велся не один год. Я посчитал, что так будет удобней. Вот. Не придумывать часами, что написать. Бывают мысли, забегают немного вперед. И, соответственно, ну, вы не можете уложить все в один пост. Иногда вроде получается, что все это красиво, все это смотрится, но перечитывая через пару дней, ну, реально получается какая-то лажа. Как я повторюсь, что данное видео первое, пилотное, пробное. Вот, с развитием видео борт-журнала, соответственно, будет немного другое качество. Вот. Поэтому посмотрим, что из этого получится.